Ну так правильно. Так, еще полторы минуты. Двух рук. Оп, и удержание. Удержание руки.
Да, руки и туловище. Женя, Ацейкоми, это не Ацейкоми, он от тебя убежит. Отсюда, или торт видны, или где-то видны. Да, что с твоей рукой? Как ты? А, извиняюсь. Боря, что с твоей рукой? Он попросил. Что он попросил? Ну ты иногда просто руку убирай, иногда привыкай. Ну то будешь проигрывать за 15 секунд. То есть ты дал ему сделать, но не дал как бы чуть дальше. Смотрим. Меняемся. Первый номер, высокий партер, низкий, высокий. Второй номер, лоб, то есть ваша задача перевернуть и сделать удержание, болевой, удушающий. Еще раз, с односторонним сопротивлением. Дам, атакант, Женя, как защитник? Аппаратор. Женя, высокий партер, СУС, ЖОС, все. Он нападает, ты защищаешься. Приготовились, первый номер. Можно включать этого туалета, чтобы он закрылся. Вот здесь, наверху, маленький ключ. Маленький ключ. Пошли. А, все. Все, боремся, боремся. Один нападает, другой защищается. Переворот. Стоп, смотрите, не только переворот, там есть куча приемов. Значит, я разрешаю делать все, но один высокий низкий партер, аппаратор, а атакант сверху, снизу, справа, слева. Джен, поехали, 2 минуты. Перевернуть болевой удушающий. Денис, уйди в сторону. Да, уйдите, пожалуйста. Вот на этот край. Стоп, смотри. Еще раз приготовились. Инки, еще раз. Первый нападает, второй защищается. Внимание! Джо! Пошли! Не вижу! Не вижу! Руки Андрей только не выставляет прямые ни в коем случае. А, Ванюша, тебе насадки не надо, потому что у него ножки слабенькие, чтобы сформировать. Старайся в пол. Левый отойдите еще в сторону. Вот так. Так. Молодец, держать Андрюха. Вот умница. Вот Денис. Чижик, блин, руку оставить. Офигеть. До здесь в секунде. Да, зайти надо назад сесть. Бог, назад, что ты спереди делаешь? Окей. Баскинбакс. Номер 2, атакан, номер 1, аппаратор. Спасибо. Джимен, второй номер нападает. Если он совсем ничего не может сделать, так чуть-чуть подавайся на него жизнь, да, раз, чтобы он вот сейчас загнул по туловище и через себя его через руку и бросил. Вот, и отпустил его. Показал удержание, и отпустил. Пошел, пошел, да. Так, есть Денис, удержание. Максим, подойди ко мне сюда. Матэ! Матэ!
Еще одна минута. Номер двое атака. Приготовились. Да, защищаются. Готовы? Джо! Возьми самый маленький. 10 раз. Потом побольше. 10 раз. Потом еще больше. То есть все по очереди. Где-то 100 раз можно. Сделают один стоят. Не понял? Вот, да? Если будет очень тяжело, где-то сделаешь пятую очередь, сделаешь меньше немножко. А 10? Ну да, эту 10, эту 10, эту 10, эту 10, эту 10. Это будет очень тяжело. Делаешь 8 раз. Если можно, Нет. То есть руки вы отдаете, а нога вот сюда. Вы постараетесь сделать. И получается, вы разворачиваетесь и делаете обратный переворот на платную ногу. Андрей, покажи. Андрей, можешь показать? Нет? Так, берешь две руки, начинаешь. Видите, он ногу выставил. Значит, что? Ты разворачиваешься и в ту сторону. А зачем ложишься? Точно? Иди сюда, да. Да, сюда, да. Нет. Сюда, вот сюда. То есть, еще раз. Еще раз мы захватили вот сюда. Раз. Ножку. 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 Сюда. Теперь смотрите, вот рука. Видите, поворачивает лицо. Вот, лицо поворачивает. Раз. И отсюда переходите на удержание. Пошли. Первый номер. Оля, не вижу. Переворот, обратный переворот. Ну, вперед. Так, теперь в другую сторону. В другую сторону. Лицо ему поверни. Сюда. Оп. Вот так. А удержание, Вань. А удержание. Еще раз. Самое главное. Это удержание. Эй, не переворот. Самое главное переворот. И удержать. Ай. За две руки. Нет, нет, нет. Берешь, берешь. Взял? А теперь рука и сюда. То есть. Так, все, я пошел. Вот, так, молодец. Пошли, пошли. Женщина, что случилось? Так. Не за одну руку, за две. Матвей, баскетбас, номер Лоля. Второй. Захвати две ручки. Денис, так не пойдет. Обязательно за две, потому что эту держишь, а потом сюда. Так. И теперь вот этой рукой. Сюда поворачивайся. И нет, стараемся, смотрите внимательно. Вы сейчас опять будете бороться. Первый защищается, второй нападает. Вот. Вы можете все делать.
Но вы попробуйте этот прием. Будет он у вас улучшаться или нет? Потому что сегодня другие разные. Вот там, значит, тоже. Вот когда отсюда, например. Да? Отсюда. Мне что нужно? Вот этот прием для этого стоя. Значит, что я стараюсь делать? Я вам показываю душу. Как он закрывается руками? Теперь смотрите, видите? Посмотрите. Видите? Эй! Кому я говорю? Я вас... Посмотрите, видите, я его сделал? Хоп! Все, локоть есть. Дальше. Отсюда беру. Раз. Все. Перешел сюда и удержали. То есть делается так, вам вообще легко. Я покупал, у меня все книжки на русском языке, на молдавском, английский какой, немецкий. Все по борьбе, по этому, у меня все книги есть. То есть нет такой книги, в Молдавии точно нет. У меня все книги есть по борьбе. Карате, это, по вольной, по классической. И я оттуда... Смотрю, классическая борьба. Ага, вот такой прием. Раз, пошел, попробовал. Из него сделать что? Пожалуйста, можно маме открыть? Сказать что-нибудь, пожалуйста. Давай. Простите. Секунду, а ты на мама думает, что ты автошколе. Автошколе он тоже, да, поднимаешь? Красота. Поэтому еще раз. Попадая в паркер, вы должны стремиться всегда к одной позиции. К одной. Из которой у вас есть 5 приемов, 2 приема, 1, но вы сегодня будете делать. Выше в паркере будете? Автошколу я закончил. Сюда, чуть-чуть выше. Я закончил. Автошколу. Смотрите, да, смотрите да, сюда. Отсюда, вы стоите на коленях, начинаете бороться. Ну отсюда, ну если противник сильнее, что вы сможете сделать? Ну ничего. Поэтому надо стремиться к какой-то позиции. Вот. Из этой позиции я бы, например, я бы ушел отсюда обязательно на спину, ножки вперед, затягивал бы дальше работу. Оттуда у меня уже есть куча приемов. Отсюда есть только несколько. Это схватить за шею одной рукой, двумя избить. Мне это не нравится, потому что у меня шея мягкая, красивая, не люблю. Так, приготовились? Постараться сделать этот прием. Приготовились? Готовы? Первый нападает. Хаджина! Последний. Борис. Высок. Стоп. На животе не лежит. Высокий и низкий партер. Партер сус, партер жесткий. Хаджина, поехали. Ну выйди из-под него, Денис. Ну не назад и все. Ты ему даешь работать, ты все время чуть-чуть двигаешься. Ну? Ручку убрать надо. Вот душающий уже можно сделать. Вот ты взял, да, вот на шею попал. Уже можно было душить. Не лежи на животе. Не лежать на животе. Андрюха, кто из вас защищается? Я. А, голову. Я думал, разворачивайся. Ну, ушел. Не расслабляться, руки прямые не должны быть. Материн. Баскетбат. Номер Долия. Готовы? Стоп, еще раз. Тот, кто внизу, эй, не ставьте прямые руки. Ставьте руки так, чтобы можно кувырок было сделать. Потом вот так мягко-мягко, потом как возьмет и сделает, а рука осталась. Сюда руки. Еще раз. Партии внизу. Одну руку вот здесь ставьте. С этой стороны вы поднимете локоть, не задушив. С этой стороны вы поймаете его за палец, оторвете. Вот сюда ставьте. Одну руку, не две. Он вяжет на вас, но можно не сделать, если вы не станете так. Одной рукой. Вперед.
Низкий высокий паттерн, переворот захватом двух рук. Души, души!